Всем привет, вы на канале ArtFly, и это распаковка бумажных сюрпризов. У нас сегодня на распаковке есть новиночка, коллекция пластыри, вот такие вот пакетики сейчас покажу все. Их у нас 15 штук. Вот такие вот пакетики у нас. И давайте сейчас выберем, какие у нас пакетики из всех остальных коллекций мы будем сегодня распаковывать. Такой вот. Далее такой возьмем. Так, с коллекции Венди возьмем вот такой вот, давайте. Следующая коллекция Канцелярия. О, возьмем какой-нибудь маленький вот такой вот. Коллекция Эмоджи. Возьмем вот такой вот с смеющимся эмоджи. И наша новиночка. Пластырь. Возьмем. Давайте вот так. Вот такой вот с вопросиком. С желтым вопросиком. Так, мы все пакетики выбрали. Такие вот у нас пакетики сегодня на распаковке. Итак, у нас первая коллекция — это бисер. Давайте откроем. Так. Что это у нас там? Сейчас. И нам попался такой вот бисер твин. Номеров здесь нет, поэтому пишем, где хотим. Я приклею на цифру 3. Идем по порядку. Следующая коллекция — Канцелярия. Так, здесь у нас. Что нам попалось? Сейчас посмотрим. Нам попалась такая вот книжка. Это под номером 3. То есть вот сюда. Следующая коллекция у нас Wednesday. Здесь у нас есть такая вот перфорация впереди. И нам попалась сама Wednesday, вот такая вот, без лица. У меня здесь все персонажи без лица. Это у нас под номером 1. Далее огромная коллекция «Математика». Кстати, давайте сейчас возьмем еще один пакетик. Будем по 2 пакетика распаковывать. Выберу вот такой вот. Поэтому будет вот 2 пакетика. Так, давайте откроем. Что-то я не поняла, почему не открывается. Сейчас. Так, давайте откроем. Вот. И нам попалось буквенное выражение, понятие. Под номером 11. Вот так вот. И давайте второе тоже откроем. Нам попалась вот такая фигура — треугольник. Под номером 23. Это у нас на второй странице. Новиночка, спойлер небольшой. Ладно, я его сейчас потом все равно покажу. Вот так вот. Дальше у нас коллекция эмоджи. И нам попался вот такой вот веселый и немного сумасшедший смайлик. Приклеим его также вот сюда. Здесь нету, кстати, номерков. Так, я уже, как вы увидели, новиночка вот такая вот. У нас здесь получается вот первая страница.
Вот вторая страница и вот третья. Давайте ее откроем. Так, у нас здесь носичка. Что-то не открылось. Ладно. Нам попался вот такой вот пластырь. И получается последней страничке. У нас здесь по цветам все. И без мелков. Давайте прикинем вот сюда. Вот так вот. И вот мы распаковали все пакетики на сегодня. Вот так. Вот я сейчас показала все наклейки, которые нам сегодня попались. На этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!